сделали. Едем на рыбалочку. Заехали перед прудом заправиться чуть-чуть. И в путь за рыбой. На рыбалку. Едем на рыбалку. Заебца. Есть такая песня. Едем. Ну что, приехали мы на рыбалочку. Кто это сделал? Не знаю. Закрыл. Теперь ты не открою. Ну и ладно, хер на ней. О, благодарим. Вот его, наверное, место, да? Не. Ты же остановись ему, потом покажи его, блин, это место. Вот это, наверное, вот его место. Да. Чуть-чуть протяни ему. Видишь, тут мы вдвоем с тобой заебались бы. И не палатку, и не машину, блин. Ты видишь? Все? Ты не будешь тут? Вот это, походу, по-моему, ваше место. Здра! Ну, я думал, дальше слышишь. Так-то вообще он рядом, блядь. Дальше. А тут не было никого. Едь через верх, наверное. Хорошо, вот видишь. Вот тут я был. Место шикарное вообще. Пахло через дорогу. А там есть дорога. Что-то не вставали. Видно же. Будет машина ехать не будет. Слушай, интересно, Соньки не моя, блядь. Уже уехал? Да не может быть. Он только. А, может, он еще приедет. И та сторона вся занята. Ничего себе. Может, он еще приедет. Здесь тоже да? Сама хотя работает, думаю. Дальше, там, за деревьями, на той стороне. А ты говорил, я думал, самое последнее место. Ну, я тоже что-то думал. Когда он не был, уже ехали туда. Ой, я люблю, блин. Вот наше место. Вот, машинку развернули. Идем к своему, как говорится, сиже, к месту. Тенечек есть от солнца. Какие деревья у нас красивые. Ты лучше чуть-чуть бы назад потом бы сдал бы, чтобы мы палатку поставили с тобой. А тут мангал тоже есть, да, смотрю, есть. Ну что, пойдет место или нет, Сань? Да, нет, мы отлично? Ну тогда я вот тут, блядь, ну да, вот, я вот тут ставлю свое. И бросаем прямо на столб, да? Режиссер, постановщик, блядь. Прикольно, попробовать себе, придумали мангальчик. Ну, деревья нам принесли, смотри, веточек, Сань. Там у нас собираем, там шишки будем полить. Процесс начали. Такой у нас спортивный бардак. Удочки поставлены у Саня. У меня еще нифига не сделано. У меня вот одна удочка. Пивасика взял. Намешал гороха, кукурузы, пшена, всего подряд. Сейчас буду бросать вторую удочку. Первая удочка, вот маленькая, вот эта карасевая, уже дала свои плоды. Сейчас покажу. Вот такой маленький карасик. Хай лежит дальше, отдыхает. Споймал его на червя. Мое кресло. Саня клюнул толстолоб. Я бегу за подсаком. Давай, Санечек, давай. Большой подсак уже у нас. Ух, хороший, килограмма на три.
На 4. Выдочку потянул. Не спеши, не смехла, не спеши. Хохон чуть бы. О, подымай. Подымай удочки вверх. Зацепил чуть-чуть. Не тяни, не спеши. Хай идет. Не спеши, Санчик, не спеши. Удочку вверх. Чтоб не дернул. Удочку вверх. Друзья, вот такой лапоть толстолоба Саня споймал. И пошли на горку. Сейчас, друзья, подождите. Ну, пацаны, я не знаю, сколько тут. Ну, сейчас мы взвесим. У меня есть весы. Смотри, какой лобатый, блядь. Красавчик, ты что, Санчик? Вот это ты даешь. Вот что значит выпить бутылку пива, блядь? Так я не успел даже, я говорю, я слышу, блядь, ветка потянется. А крючок, смотрите, какой маленький, пацаны, вообще. Смотрите, какой маленький. Сука, крючок, кстати, маленький. Да, Санчик. Ты что? Вот это лобатый, сука. Пацаны. 3,940. 3,940. Вот такой красавчик. Надо было мне мой брать большой, а я его не брал. Он кто знал, что будет толстолоб? Откуда ты знал, что что там гуляет, Сань? Толстолоб? Да. Там эти разводы делает. Ай, спина, сука, потянет. Ребята, это было круто. Все при вас. Обалденно, Саня, молодец. Едем дальше. Ну что, вот и я разложился. Удочки поставил. Вот эти две палки крайних, раз, два. Где-то бросил дальше центра, ну не знаю, может метров 120, лупанул. Потом две последние. Где? А, вижу, возле поплавков, да? А ты этот бросал, тут соседи бросали туда толстолоба. А тут много людей на толстолоба, Сань, смотри, поплавков сколько, смотри. Может, я не на того пришел ловить, а, друзья? Вижу, а там, смотри, смотри, сколько белых поплавков. Короче, друзья, не знаю, я на карпа бомблю и на амура, а смотрю, весь пруд практически на толстолоба ловят. Ну что, вот там вещи я сложил чуть-чуть в сторонку, поставил между деревьями палатку, сейчас займусь, бутылочку пивка выпью, отдохнем чуть-чуть, почувствую природу, пруд, водичка теплая, хорошая, вижу, гуляет толстолоб. Ну вот так мы приехали и отдыхаем. Ну что, друзья, будем устанавливать палатку сейчас. Вот такая красота. Мне что нравится, что у них, что оно все упаковано хорошо. Палочки раздвижные. Вот такая палатка. Друзья, CarPro. Это не реклама. Никто не платит нам за это. Просто купил для себя. Палатка, кстати, одноместная, пацаны. Одноместная палатка? А? Одноместная? Одноместная. Мы там втроем спим. Вот и все, палатка собрана. Сейчас распорные палочки поставим. А Саню заставим надувать матрас надо мной. Потом говорит, чем тебе помочь. Сейчас поможешь.
насосом качать будешь. Здравствуйте. Доброго дня вам. Сейчас. Так. Расчитаемся. Так. Саша, иди рассчитывайся. А потом я прибегу сразу. А, на помощь помогать ему? Ну, конечно. Ну, не сразу забывайте. Чтоб с ним хоть крикнуть. Палаточку решили. Да, ну надо. Хоть поставить. Все, друзья, палатку поставил. Вот тут будет у нас стоять палаточка. И пол поставил, положил, то есть приклеил. То есть все нормально. Вот так она стоит у нас. Вот такая ракушка. Ну что, продолжаем дальше. Вот и солнышко вышло. На закат, как говорится. Пока поклевок не было. Сидим, ждем. Поужинали чуть-чуть. Ой. Такие деревья у нас красивые. Собаки орут, и не пройдешь, и не выйдешь, как говорится. Кого-то, видно, грызут. Сидим, как говорится, балдеем на кресле. Вот такое небо красивое. Вот и вечерняя зорька у нас. Вот такой закатик. Какая красота, да, ребята? Сейчас еще чуть-чуть, и солнышко зайдет. Ну да, можем и спать, конечно. Все на месте. Все, ждем. А, вижу. Вот и вечер наступил. 9 вечера. Удочки стоят неподвижно. Пока месть. Все перезабросили, перезавезли. Ну, пока как-то так. Сильно нет ничего. Сделали костерчик.
Такая красота у нас. Веток хватает, сжечь костер. Тут еще удочки у нас. Решил чуть-чуть дровишек нарубать. Что-то пищит всегда у кого-то. А у нас, как всегда, не пищит ничего. Вот такую сделали пирамидочку по дровам. Люблю костер палить, нравится. Но не умею его разжигать. Единственный минус. Ну, а тут все процесс идет. Наживление, переброски. Если чтоб кукурузка корм... хорошая или на мягкой сильно, да? Нормально, охуенно. Хорошая, она должна быть. Ну давай, если тебя сейчас на кукурузку пойдет, если в своим буду перебрасывать. Я что, сейчас кукурузку покорм, чтобы она. Если покорм жара плавает, то кукурузка останется. А, ну это да, это правильно сделано. Кукурузки надо, конечно, вымешивать. Да сейчас займемся. Ну, согласен с тобой. Намешал-то и все. Охуенчик. Опа. Ого, ты зафигачил. Вот и утро наступило. 9 утра. Клёво ночью не было. Вообще, там чуть-чуть что-то дыркало, ну так, еле-еле. Но больше ничего не споймали. Говорят, люди вот там вот на углу, там вот споймали карпа на 7 килограмм и толстолоба на 6 килограмм. Ну и все. Больше я не видел, не слышал, что кто-то что-то ловил. Посмотрим, что споймал я за сутки. Конечно, не смейтесь, ребята, но что есть.
А ты что, не чувствовал-то даже, да? Вот такой маленький, да? Такой маленький? Да, хороший. Ну что, ребята, это все, что я споймал за сутки. Два карасика. Так, а вот что наловил Саша за сутки. О! Ух ты, шалун! Живой! Вот это толстолобик. Что там у нас еще? Толстолобик, карасик. Ну вот, смотрите, ребята. 45-й размер. И вот толстолобик. Вот так вот. Ну и мои два карасика. Столько денег выкинули на эту рыбалку. И так как-то... Только одно название на рыбалке были. Отдохнули, наверное, и все. Сейчас Саня будет его впихивать в ведро. Не знаю, как его впихнет, его, конечно, в ведро. Так, и самое главное в конце рыбалки проверить, все ли мы забрали свое. Проходим, смотрим. Я думаю, вы так же, кто занимается рыбалкой, так же самое делает. Проверяет за собой, ничего ли он не забыл. Важное и неважное. Главное после себя оставить порядок. Сань, поставь дальше, а то еще улетит где-то.